Добрый вечер, принимаю, соответствую. Я очень рада нашим 8 бусинкам, как говорится, жемчужинам, звездочкам. Ну и как бы наш пойдет отзыв, да, меня зовут Софья Петровна, я проживаю в Краснодаре. И, как говорится, под маской лучи этого человека скрывалась девочка, которая перенесла самое трудное в жизни, это смерть самого любимого, самого родного, которая была опустошена, потеряна, не было цели, в глубине огромная рана, просто существовала, смотрела через туманку слез и печали. Попав на суперджамп, встретились прекрасные люди, улыбчатые. Это дало возможность жить дальше, улыбаться, радоваться, выйти из печали, из-за этого забвения, получить спокойствие, умиротворение. Самое любимое упражнение — это было первое — знакомство. Это непередаваемое ощущение знакомства с прекрасными людьми. Второе — это хозяин своих чувств. Как это? До сих пор употребляю. И, наверное, нет ничего вот как бы такого случайного, если суперджамп существует уже столько лет. Значит, Вселенная — это так надо. Может быть, потому что, спасая человеческую душу, мы спасаем часть мира, часть какого-то человека. И спасая душу, спасаем и одного человека. Это один спасенный человек. В нашей группе нас было 8. 8 спасенных душ. После 10 курса 8 звездочек стали гореть еще ярче. А это и есть спасение Вселенной, так как мы королевы вселенского масштаба. Поэтому огромное вам спасибо, Анжелика, за то, что познакомили нас с этим вселенским масштабом, что мы стали все-таки королевами. Спасибо за цели, которые, за эту встряску, за любовь, теплоту. Ведь мы уже настолько за эти 10 дней стали ближе, роднее, и уже ждешь улыбку, ждешь как, что, как прошел день, как вы встали, как вы поели, а что у вас было самое лучшее. Анжелика, огромное вам спасибо, дай вам Бог здоровья и процветания, и улыбку. Я вас благодарю.